Статистика говорит о том, что цифры не то, что растут, но просто сейчас больше акцент на то, каковы эти цифры. Это было и в советское время, эта проблема никуда не исчезла, и она будет. Единственное, нужно продумывать очень внимательно меры для того, чтобы пытаться искоренить это явление. Опасность его в том, что педофилия носит латентный характер. Преступление совершается в течение времени какого-то, полгода, год. Жертва молчит, а очень значимый наносится урон. И педофилы в это время делают свое черное дело. И опасность вот именно современной педофилии в том, что она перешла в интернет-пространство. Это даже имеет свое особое название – груминг. И родителям, конечно, очень сложно, может быть, даже увидеть, чем занимается ребенок в интернете. Но нужно держать ухо востро, потому что это и распространение порноматериалов, это и знакомства через интернет-сайты, вроде бы как безобидные, но это вот именно современные методы поиска жертв.